И всем привет! И сегодня у нас с вами на обзоре новая игрушка под названием Train Traveler. Недавно вышло обновление, и в этой игре теперь можно ходить, но управление очень неудобное. И раз вам зашел режим пассажиров Subway Simulator 3D, то я думаю, эта игра тоже вам понравится не меньше. Так, телепортируемся мы в поезд. Можно было и по РП-ситуации дойти, но я думаю, что не успел бы, потому что осталось 3 секунды. Давайте возле окошка сядем. Не, я не так хотел. О, давайте купим хавчик. Хочу сок. И куриные крылышки, или это... И котлеты какие-то, наггетсы или чё. Можно открывать и закрывать, чтобы солнце не светило, эти занавески. Так, я хочу пересесть, а то это не слишком близко, как возле окошечка. Я когда-то, не знаю, сейчас не смотрел, в ютубе обнаруживал эту игру, как в неё играли, но только иностранцы. Давайте сюда сядем. Да блин, не, я хотел впереди. Не, ну что, странно, почему я не могу сесть, где я хочу? Это странно. Да нет, ну ты только посмотри на это. Я хочу сесть сзади, ну блин, неужели так сложно понять? Вот здесь я хочу сесть. Нет, давайте другое, мы не можем тут сесть. Даже прибыли, а я не успел насладиться пейзажами. Ну, хотя бы так, хотя я не хотел это место, ну ладно. Открываем занавеску. Давайте еще хавчик купим. Так, давайте купим чипсы. О, а этой функции раньше не было. А как убрать эту функцию, интересно? Что я здесь делаю? Или это я лунатиком был или что? Где мой билетик, кстати, хочу посмотреть. Ваш билетик, мой билетик. Блин, я же не купил билет, все, мне сейчас выгонят с поезда. Блин, меня нету, меня не видно. Ой, боже, меня сейчас спросят. У меня нету билетика, обидно. Все, меня арестовали. Давайте еще раз попробуем. Я просто забыл купить билетик. У меня были деньги. Но зато я вкусно похавал. Так, давайте купим билетик. Рейс, кажется, упасть нельзя. Так, забыл немножко, как этим пользоваться. Нет, это наш поезд, кажется, да? Или куда нам идти? Фух, успел сесть. Я на ходу, когда поезд начал ехать, я успел сесть. Повезло просто. Очень странно, что эта кнопочка появилась, что можно было сесть. Это что, вид места или что?
А блин, я не здесь хотел сесть, ну ладно. Раз вы настаиваете возле тёлочки. Вот это скоростной поезд, и встречные поезда тут тоже есть. Также у меня есть симулятор машиниста этой игры, так что я могу здесь быть и машинистом. Эй, дашь номерок? Молчание — это знак согласия. Какое поле красивое. Да и звуки, в принципе, неплохи, реализованы. Почему-то здесь есть светофор. Это что, бах? Тут типа должны были быть рельсы, но их здесь нету. Как-то странно, вам не кажется? И где мы проезжаем? В какой-то пустыне. Или это что, кладбище светофоров? Семафоров, точнее. А, это еще что? Это я впервые вижу. Также хангар, как вы можете видеть, и внизу в левом углу экрана хангар это голод, бладдер это хотеть в туалет, и энерджи это сила. Посплю пока что я. Это бах или это специально БТЛ лунатик? Ладно, давайте походим по крыше вагона. Ну, можно посмотреть, где мы находимся. Тетя, а вы далеко от вокзала? Здесь мы ничего не покупаем. Садимся, короче. Что это был за бах? Я думал, что я пересел. Так, у меня есть билетик. Ваш билетик? Мой билетик? Что вы от меня хотите? Вон билетик. Где мы проезжаем вообще? Так, что можем купить? Давайте печеньки и кофе. Печеньки с кофе. Также мы иногда можем услышать звуки, как мы... Как мы наслаждаемся, мы еще можем услышать звуки иногда, как мы наслаждаемся едой. Отличная погодка, чтобы попить кофе. Скоро мы доезжаем к станции. Я не знаю, где мой билетик. О, это карта. Это мой билетик. Я еду к Ченнаю. К Ченнаю. А где я сейчас нахожусь? Я на Аракнунам. Вот Аракнунам. А нам начинает, то есть еще одна остановка, да? Блин, не туда зашел. Карту путать с билетиком. В реальной жизни, представьте только себе. Да, начинаю, еще одна остановочка. Пока что остановка, пошли сходим в туалет. Хотя в реальной жизни нельзя на остановках ходить в туалет, чтобы не смердело на станциях. Потому что это все вываливается в на рейсах. Но мне не привыкать. Потому что я хочу во время где-то в туалет сходить. Я хочу насладиться пейзажами возле окна. Извините, простите, простите. Ох, какая дама. Насквозь прошел. Раструм. Так, сейчас мы делаем свои грязные делишки. И будем уже с вами заканчивать. Next station в Вали Будаби. Мы уже должны были выходить, ну ладненько. Давайте мы... Это вроде режим проводника или что, не знаю. Ладно, будем, короче, выходить. Нужно еще разобраться мне, как играть в эту игру. Но если вам она зашла, я почему-то не видел, чтобы ее проходили не иностранцы. Только иностранцы играли в эту игру на своем английском, китайском или что там еще. Не знаю почему. Но это индийская игра, кажется, от индийских разработчиков.
Ну, Индия это не Европа. Да, уж главное, чтобы я от столпа не ударился. От столб. Вот этот. Столбик. Билборды реалистичные. Не как в играх, допустим, Overlex, что там рекламуют какую-то их другую видеоигру, а реальные. Реальные билборды. Не знаю, в Индии такие же или нет. Ну, реалистичные, можно сказать. Вот мы уже прибываем к станции. Ваниамбади. Ну и странное название, конечно. Чё? А, мы на светлофоре остановились, хорошо. Стоп, мы можем сойти с поезда? Ну ладно, ну попробуем. Что ты делаешь? Я не понял. Что это за бах? И далеко мы собрались, боже, что это за бах? Да уж, ладненько, давайте будем с вами заканчивать. Не знаю, сколько у меня там осталось еще памяти на телефоне, но не хочу выпробовать. О, наш поезд поехал. Что ты делаешь? О, господи. Ладненько, давайте с вами будем уже заканчивать. Это что? Провода там или что? Какие-то будочки электронные. А с вами был я, Рома. Не знаю, куда я иду, не хочу даже знать. До новых встреч. Я походу Иисус или что? Пока. We'll be right back.